над Испанией король на вертолете. Современность изо всех щелей и пор. Что я нового скажу о Дон Кихоте? Об Идальго, ведшем с мельницами спор. Не о нем романс хочу сегодня спеть я. Устарели эти латы и копье. Славлю рыцарей 20-го столетия, представлявших поколение мое. Хоть пытайте, ставьте к стенке, невозможно изменить наивных нас. Вот об этом наподобие фламенко и написан и исполнен мой роман. Хоть пытайте, ставьте к стенке, невозможно изменить наивных нас. Вот об этом наподобие фламенко и написан и исполнен мой романс. Из 50 стран они приплыли, прилетели и приехали сюда, понимая, что сражаться надо или уничтожит мир фашистская орда. Всех героев я перечислять не буду, но поставив честь и совесть во главу, назову Хемингуэя и Неруду, Матезалку и Кармена назову. Хоть пытайте, ставьте к стенке, невозможно изменить наивных нас. Вот об этом наподобие фламенко и написан, исполнен мой романс. Назову еще танкистов и пилотов, недостаточно прославленных пока. Всех отчаянных и добрых Дон Кихотов, Санчо Панса в экипаже за стрелка. Ничего, что на испанцев не похожи, стали смуглыми, пройдя огонь и дым. В Дон Кихоты я просился чуть попозже и хотел бы навсегда остаться им. Хоть пытайте, ставьте к стенке, невозможно изменить наивных нас. Вот об этом наподобие фламенко и написан, исполнен мой романс. Хоть пытайте, ставьте к стенке, невозможно изменить наивных нас. Вот об этом наподобие фламенко и написан, исполнен мой романс.